Всем привет! Сегодня я представляю вам Opel Antara 2014 года выпуска, комплектация Cosmo. Стоимость данного автомобиля составляет 1 361 500 рублей. Выражаю благодарность автосалону Регион Авто 1 за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Выкидной ключ. Закрыть, открыть. Давайте начнем. Хромированные ручки. На широкий угол открываются двери. Практически на 90 градусов, облегчая посадку и высадку. Черный кожаный салон. Здесь установлено 10 подушек безопасности. Трехспицевый кожаный мультируль, пластиковые вставки, под светлый металл. Двигатель здесь дизельный. Здесь установлен гидроусилитель руля, очень легкий руль. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. И имеет механические регулировки и большие углы хода, так что удобное положение вы сразу для себя подберете. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары. Дальний свет фар, противотуманные фары, противотуманный фонарь, аварийная сигнализация. Центральный замок. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. И при том они огромные, все зоны хорошо просматриваются. Автозатемнение. Видите, здесь надпись Auto Dim, автозатемнение. Электропривод складывания. Вот здесь кнопка. Очень удобная вещь, особенно на тесных парковках, чтобы вас не зацепили. Все четыре стекла полностью автоматические, блокировка задних стекол, чтобы дети не играли, хромированные ручки. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь. Здесь установлен электролюк, рейлинги на крыше. Хромированная окантовка дверных рамок. Огромные фонари.
задние датчики парковки, хромированная накладка на крышке багажника, декоративный спойлер, интегрированный стоп-сигнал, проушина для буксировки, диски из легкого сплава, 18 дюймов, размер на шин 235/55. Расширители арок. Здесь атермальное лобовое стекло, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, указатели поворота в передних крыльях, здесь установлены ксеноновые фары, линзованная оптика. Омыватели фар, передние датчики парковки, галогеновые противотуманки. Хромированная окантовка радиаторной решетки. Что касается технической составляющей, то здесь установлен дизельный двигатель, турбированный, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя непосредственно впрыск топлива, расположение клапанов впрыска подвала, верхние клапаны с двумя распределительными валами. Соответствие экологическим требованиям Евро 5. Расположение двигателя переднее поперечное. Самый доступный двигатель объем 2,2, мощность 163 лошадиные силы и самый мощный 3,2, 227 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 2,2, 184 лошадиные силы, крутящий момент 400 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 200 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 10,2, расход топлива в городском цикле это 10,3 на 100 км, в загородном цикле 6,4. Объем топлива на бак составляет 65 литров. Привод полный, дорожный просвет 175 мм, тип передней подвески независимая, пружинная, Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости, тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние тормоза также дисковые вентилируемые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1935 кг, полная масса 2505 кг. Объем багажного отделения составляет 420 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1850 литров. Длина данного автомобиля составляет 4596 мм, ширина 1850 мм, высота 1761 мм и колесная база 2707 мм. Сборка данной модели осуществляется в России и в Германии. Гарантия производителя 3 года или 100 тысяч километров пробега. Основные конкуренты этого автомобиля – это Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Honda CR-V, Renault Kaleos, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga и SsangYong Aption. Теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Бесцветные панели дверей. Динамики аудиосистемы, вещевой отсек. Алюминиевые накладки на паровых с надписью «Antara». Рекомендации по давлению в шинах. Электропривод водительского сидения. Продольные регулировки по высоте спинка сидения. Регулируемые подголовники, ремни безопасности. Сиденье плотная набивка, выражена боковая поддержка. Подсветка педального узла. Вещевой отсек для водителя, он обит тканью. Регулирование яркости подсветки приборов. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель. Колодцы приборов имеют хромированную окантовку. Этот дизель отлично тарахтит.
Здесь управление светом и поворотниками, управление круиз-контролем. Задаете скорость, круиз-контроль, управление стеклоочистителями, управление бортовым компьютером, он находится вот здесь, отключение звука, управление аудиосистемой, звук, отключение звука. Здесь переключение между различными треками, либо между различными станциями, в зависимости от того, в каком подменю аудиосистемы вы находитесь. Здесь находится бортовой компьютер, расход, текущий, средний, сейчас он неправильный, температура за бортом, цифровые часы, настройки, это время и дата, настроить время и дата, синхронизация, настройка языка. Здесь, я думаю, все понятно. Единица. Затем это контраст для дисплея. Режим день-ночь. Автоматический режим, как видите. И опять кнопка назад выходит. Все это очень легко использовать. Дефлекторы вентиляции имеют хромированное обрамление. Очень богато все смотрится, со вкусом. Отключение датчиков парковки. Помощь при спуске. Отключение системы динамической стабилизации, ESP. Складывание зеркал. Система Touch and Connect, LCD-дисплей небольшой, он с навигацией, дневной, ночной режим для экрана, яркость можно отрегулировать, видите, AM/FM, медиа, здесь включение-отключение, звук, здесь 6 станций. Это карта для такого небольшого дисплея. Кстати, классная графика, мне понравилась. Здесь зум, приближение, отдаление. Видите? Ваша текущая позиция на карте. Очень интересная система. Здесь меню. Сохранить текущие координаты, информацию о текущем месте, настройки карты, навигация, это цель, ввод адреса, улица, город, страна, здесь кнопка назад, объекты, часто посещаемые рестораны поблизости, все верно, это рестораны в Набережных Челнах, парковки поблизости, заправки, поиск в другом городе, можно выбрать город, цель на карте, вот цели на карте, адресная книга, здесь перекресток, настройка для карты, режим 2D, 3D, автозум, информация о карте и так далее. Здесь опции. Здесь, я думаю, все понятно. Вот такая очень легкая в использовании навигация. Основные настройки для системы – это аудио, низкие и высокие частоты, баланс, микшер. Настройки для навигации, громкость, голосовые подсказки, измерения и так далее. Затем это Bluetooth телефон, настройка Bluetooth телефон, настройка для системы, это дисплей, яркость, режим экрана, щелчки, включение, отключение, стандартные настройки, информация о пробках, настройки для радио,
все очень легко использовать. SD-карта для навигации. Кнопка назад, управление телефоном. Очень приятное в использовании меню. И, кстати, аудиосистема очень качественно звучит. В отделке, как видите, применяется двухцветный пластик по качеству отделочных материалов и по качеству сборки. Здесь все на очень-очень хорошем уровне. Применяется как мягкий, так и твердый пластик. Задний обогрев стекла. Здесь активация кондиционера, рециркуляция, автоматическая рециркуляция, температура для водителя. Все переключатели, они прорезинены, как видите, для пассажира. Индивидуальные настройки здесь. Различные зоны. Передний обогрев стекла, регулировка потока воздуха. Режим ИКО. Сам селектор в кожаной оплетке, пластиковые вставки, вставки под хром. Здесь установлена шестиступенчатая автоматическая коробка передач с ручным переключением, как видите. Возможность ручного переключения — это плюс и минус. Соответственно, передача выше и передача ниже. Здесь электрический стояночный тормоз. Чтобы его активировать, необходимо потянуть на себя. И чтобы его снять, нужно нажать на тормоз и нажать на него. Все очень просто. Здесь установлен подогрев сидений. Три ступеньки для водителя, для пассажира. Высокое, среднее, низкое включение. Кстати, сиденья очень быстро нагреваются. Два подстаканника. Вещевой отсек. Здесь розетка. Коды AUX и USB для мультимедиа, для MP3 плеера, для iPod, для iPhone. Вещевой отсек. Здесь кожаный подлокотник. Ниша для вещей. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. И макияжные зеркала здесь с подсветкой. Держатель для карт, поручни, датчики объема. Все это связано с сигнализацией. Подсветка, штурманский свет. Контейнер для очков, он обит тканью. Здесь установлен электролюк, два положения на проветривание и полностью открыть, автоматический. Открывание-закрывание, предупреждение. У этого автомобиля отличная обзорность, высокая посадка. Мне лично этот автомобиль очень понравился. Что мне лично в этом автомобиле понравилось, это оформление салона, хорошая шумоизоляция, неплохая маневренность для такого внедорожника, высокий дорожный просвет. Задние стекла, они опускаются не до конца,
сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Здесь плечо бензобака, держатель для крышки. Детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Двухцветная панель дверей. Надпись Antara. Второй ряд сидений оснащен системой ISOFIX для крепления детских удерживающих кресел. Он складывается в соотношении 60-40. Ровная площадка вместе с полом. Крепление для детских удерживающих кресел. И подголовники здесь регулируются. Удобная посадка на второй ряд сидений. Прямая в росте 188 сантиметров. Сколько еще места в ногах осталось. И над головой еще очень много места. Вещевые сетки с обеих сторон. Здесь розетка. Центрального тоннеля нет. Существенный плюс. Вешалка. Здесь подсветка салона. Хорошая обзорность назад. Выкидной центральный подлокотник, два подстаканника, вещевой отсек, очень приятный интерьер Opel. Сейчас я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Крышка высоко поднимается. Шторка, чтобы закрыть вещи. Здесь розетка. Чтобы открыть защелки. Запаска, домкрат, инструменты, аптечка, знак аварийной остановки. Удобная ручка, хват очень удобный.
Здесь полностью механические регулировки. Спинка, продольные регулировки, вещевая сетка. Индикация о выключенной подушке безопасности для пассажира. И бардачок здесь можно принудительно закрыть. Пищевой отсек. Кстати, он обит тканью с подсветкой. Очень вместительный. Я считаю, что это отличный немецкий компактный внедорожник с хорошо оформленным салоном, с приятным как экстерьером, так и интерьером. Отличный выбор для любителей активного отдыха. На этом обзор Opel Antara 2014 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.